за рулем такой злой дядя Ром, злые усами. Смело съел, я же сразу понял, какой папа, девочка, девочка, вот какой еще характер. Вот на улице пасмурно. Солнышка нету, уже который день. Вы появились на улице, как солнце пустыня. А вы говорите, солнце. Это вы что снимаете? Это видео. Слушай, вот точно. Хотела посмотреть на себя, что у меня тут как с волосами. Так у вас все прекрасно. Так что можно без этого самого съемка. Поехала ногти себе делать, наконец таким уже почаще. Раньше совсем не делала. Почему? Много-много лет не делала, всю жизнь не делала. Первый раз я поехала в город Уфу на крутую вечеринку, и вот там уж я решила, уж тогда я решила сделать впервые. Вы точно снимаете? Да, да. Нельзя. Пожалуйста. Запрещено, да? Вот. Так что вот. Получается 2023. Ну, в общем, полтора года получается. Где-то я всего лишь это делаю. Полтора года. И вот реже ходила, да? Сейчас вот 2 месяца прошло. Вот я говорю, Оля, смотри. 2 месяца я уже к тебе прихожу. Так что вот. И волосы тоже стала делать себе почаще. Так как все-таки планы у меня уже... Уже теперь есть встречаться с людьми. Вот, поэтому хочется себя почаще в порядок приводить. Вот, ну все. Ой, как жарко у нас. Жара. Пальто теплое. Вот, ну все. Всем пока-пока, друзья. У мамы ночевала, получается, я 2 ночи в гостях была. Вот, встретилась с подружкой из города Сарапул. Потом мы в храм ходили, Пасху классно отметили, встретили, погуляли по набережной. Еще видео тоже у меня есть, как мы ходили, гуляли. И... А, кстати, вот аромат чувствуете какой или нет? Слушай, ты ничего почувствуешь, очень шикарно слышно. Вот, а у мамы, я просто на маме на день рождения дарила, на Новый год, на день рождения и на 8 марта. 2 разных аромата. Вот, я говорю, мам, можно набрызгаться? Она говорит, можно. Брызгалась, пошла. Так что вот, еду. А потом я сразу домой. Наконец-таки домой. Самое главное, к маме съездила, продукты купила, Пасху вместе отметили с мамой, с подругой отметили, погуляли. Ну, а теперь домой. Игорь у меня в Москве, кстати. Муж у меня в Москве пока что. Может, через недельку приедет или через 10 дней. Так вот он у меня очень долго бывает ездить. Бывает туда и обратно, прям быстро сутки, ну, чуть больше суток. А иногда долго бывает, 3 недели, месяц бывает, по-разному бывает, в общем. Там у вас вот. Чем увлекается, да? А у него это натуральное, из натурального он изготавливает эти лестницы, короче. Ну и не только, ну все в общем-то для москвичей, кто в Москве живет. Очень красиво, эксклюзивно. Вы тоже решили украшать Москву, да? Оставили наш родниковый край в иронии судьбы и уехали в Москву. Вот теперь я нашел ответ, почему Москва так процветает. Это жемчужина украшает Москву. Вот она. Году с Игорем. Он как-то так, шутя, сказал, а хотите, поехали со мной? А мы что, у дочки каникулы как раз. Мы взяли, да и поехали в Москву. Классно очень, мы тогда погуляли, он клиентом туда и обратно. Вот, договор заключил. Ну, мы там, конечно, переночевали. Ночь. Теперь решили быть москвичкой, да?
Ну, есть предложение в Москву вообще переехать, конечно. А почему бы нет? Тут мама у нас и у ее мужа тоже. В общем, так, предложение есть, потому что это было бы всем удобно, раз у него там клиенты. Вот. Так что вот, да и как-то не очень-то хочется, честно говоря, ну не знаю. В общем, всему свое время в жизни, как оно будет, так оно, значит, и правильно для нас. Так, чтобы рваться куда-то и метать, сейчас уже нет. То есть сейчас такое сознание пришло в жизнь, что вот что вот рядом, что с нами, то и наше. Вот и все. Можно, конечно, рвать, метать, но это будут уже наши человеческие планы, да, то есть это будет все, ну, неправильно это так вообще. Все равно нам Творец дает то, что наше, то, что как надо, как, да? Это понимание пришло в голову. И поэтому страданий нет, все замечательно и прекрасно. Вот, то есть вот в гармонии это вот, это когда ты уже понимаешь, что не ты тут творец, как там, на Дуде и Греции и так далее, да? Нет, я уже вышла из этого состояния, слава богу. Мне все показали, вот там сверху объяснили, кто есть кто, кто есть там, что сюда, здесь. Вот это, да? Да? Вот сюда, значит. Так что вот. Ну все, я приехала, друзья. Пока-пока. Всем отличного дня и процветания во всем. Крепкого здоровья, любви и счастья.